Украинские БТР в Германии. Наши военные примут участие в международных учениях. ВСУ представляют десантники из 79-й и танкисты из 14-й бригады. По легенде, украинские подразделения должны провести разведку и занять определенный район. В роли их условного противника – американские военные. Всего в учениях примут участие представители 13 стран, членов НАТО и их партнеров.